Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. В интернете очень много фотографий я видела вот этого капюшона с горловиной, вот такая вот горловина и спадающий такой капюшон, который не обязательно носить на голове, можно просто как украшение и как снуд, чтобы в шейку было тепло. Вот, и я решила связать, вот как в моем случае всегда, это упрощенный вариант, потому что в интернете очень много с косами разные, такие супер-пупер навороченные. Я связала простой вариант, чтобы было доступно для начинающих, для продолжающих, и чтобы это было очень быстро, и вы успели еще поносить, так как зима уже скоро закончится. Вот, вот так что сегодня мы вяжем вот такой вот капюшон снуд, капюшон манишку. Не знаю, напишите в комментариях, как его называют в интернете. Я мельком видела пару фотографий, а как его правильно назвать, я не знаю. Вот я напишу капюшон в этом в названии видео, а вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите, как сие творение называется, называют. Для этого капюшона мне понадобилось 150 грамм ниток, толщина 133 метра в 100 граммах, всего 3 мотка вот таких вот, и спицы 3 миллиметра. Набираем 52 петли. Как обычно, делаю узел и первый ряд вяжу лицевыми петлями. Кромочной, изнаночной. Второй ряд я делаю воздушную петлю вот таким вот образом. Я захватываю ниточку и делаю воздушную петлю вот так вот, одна лицевая, одна изнаночная, и лицевыми до конца ряда, кромочной, изнаночной. Третий ряд — лицевые петли, кромочная, изнаночная. Вот видите, та петля, которая была изнаночной, теперь она у нас вырисовывается в косичку. Дальше будет виднее кромочной, изнаночной. Четвертый ряд мы снова делаем воздушную петлю. Теперь уже у нас здесь две лицевые и изнаночная. Вот она, наша косичка. Так, далее до конца лицевыми, до конца ряда. То есть таким вот образом мы вяжем 16 рядов, то есть 8 раз в каждом втором ряду мы добавляем по одной петле. Вот здесь вот такой вот будет. Вот смотрите, конечно, оно у меня получится с этой стороны. Вот так вот. Вот она, эта изнаночная петля. Вот здесь вот 9 петель у меня в итоге получилось. 9 петель и одна вот здесь вот. Вот она выглядит как косичка. То есть здесь я добавила 8 петель 8 раз по одной петле воздушной вот здесь вот. И далее я продолжаю ровное вязание, при этом выполняя вот эту вот кость. Так, девчонки, на данном этапе моя деталь в таком виде. Сейчас я измерю, сколько я в высоту провязала. 25 сантиметров. И теперь вот видите, как здесь мы добавляли, с другой, с обратной стороны мы будем убавлять. Здесь я продолжаю вывязывать, видите, вот эта полоска коса, вот она у меня обозначена. И продолжаем вот таким вот шарфом как бы вязать далее. Здесь с этой стороны я буду делать убавление. Так, для этого в начале ряда я первую кромочную снимаю и провязываю 2 вместе. Это у меня сейчас как бы лицевой ряд, если вот смотреть с начала вязания. Изнаночный я вяжу по узору, как раньше. В каждом лицевом ряду я буду убавлять по одной петле. То есть просто у меня здесь, вот видите, нить набора у меня находится вот здесь. Вот ориентировочно вам рисую. Потому что вот этот как бы ряд, лицевым рядом у меня по сути считается изнаночный ряд. Поэтому такой хаос. Вот видите, вот она, нить моя набора. Вот так вот это выглядит. Поэтому убираем мы с этой стороны. Вот этот скос, который я убавляла. Сейчас я вам 10 раз по одной петле
во втором ряду. Теперь я буду добавлять. Вначале мы добавляли вот таким вот образом. Здесь я буду добавлять по-другому. Я снимаю кромочную петлю и делаю воздушную петлю. Вот так вот одеваю еще раз. Захватываю, чтобы не было дырки, одеваю. Вот. Тоже в каждом втором ряду 10 раз я сделаю эти добавления, чтобы такую выточку 10 раз по одной петле во втором ряду. А далее я продолжу вязать ровно. Далее уже будет просто дублироваться вот эта часть. Здесь сгиб. Вот. Сейчас уже мы в половине. Сейчас мы вяжем вторую половину. Так вот, девчонки, проверяем. Видите, когда мы складываем вдвое, такая у нас фигура получается. Далее, вот здесь вот сейчас мы будем делать убавление. Вот эти 8 по одной петле. И вот эта часть сейчас мы можем измерить. Вот это равна вот этой части. Вот она. Видите? Если сложить вдвое, вот сейчас я приблизилась к этим убавлениям, к этому скосу. И буду делать сокращение. Для этого после кромочной, как мы уже делали, буду провязывать 2 вместе 8 раз в каждом втором ряду. После чего все петли закрою. Не забываем выполнять нашу косичку. Она у нас на всю... На все детали, идет по всей детали, и довязываем. Девчонки, я прошу прощения, в этом моменте у меня нет куска видео, где я рассказываю, что я сшила вот здесь, вот смотрите, кусочек, видите, маленький кусочек, и потом пришила вот этот отворот просто иглой, видите. Здесь он прихвачен, очень хорошо видно. То есть сложите уголочек, сшейте здесь сантиметр и вот так вот иголочкой с ниткой пришейте этот ободок. Смотрите, пришила я этот отворот. Теперь, девчонки, вот оно, видите, ободок пришитый. Теперь я раскладываю вот так вот и по вот этому краю набираю петли. То есть сзади у нас будет шов. Так вот я вытягиваю петли, но распределяю их равномерно таким образом, чтобы у меня получилось 80 петель, то есть 40 здесь до вот этого стыка и 40 здесь, всего 80 петель я здесь буду набирать и вязать резинкой 1 на 1. Вот смотрите, набрала я петли, теперь буду вязать резинкой 1 на 1. Горловину. Здесь уже, девчонки, потуже. Так, одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. И так продолжаем. Смотрите, вот я связала горловину. Сейчас я измерю 20 сантиметров. Здесь у меня 32 сантиметра. И 20 сантиметров горловина, 52 сантиметра всего. Теперь я все петли закрываю. Закрывать буду по узору, то есть где лицевая, лицевой, где изнаночная, изнаночной. Не сильно затягиваю, чтобы был эластичный край и хорошо одевался этот капюшон. Чтобы край был довольно эластичным, чтобы вам хорошо было одевать, вам легко одевалось. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону и начинаем сшивать. Сшивать я буду начинать сверху. И вот как оно сложено. И вот этот кончик я буду вот так вот съезжать на нет, как бы закругливать. Начинаем чуть пораньше. Буду делать такой вот плавный переход, чтобы у нас здесь не торчало ничего. Вот видите, вот этот уголок я чуть-чуть сгладила.
Далее продолжаем нормально. Здесь вот немножко тоже сделаю плавный переход. И далее продолжаю сшивать. Вот здесь вот совместить это место и до конца. Вот смотрите, сшила я его. И теперь будем мерять. Теперь будем мерять. Выворачиваем. Соскучилась я за моей головой. Так, вот. Смотрите, девчонки, здесь горловинка у нас плотно облегает шею. Капюшон можно носить как капюшон и снуд, либо одеть на голову. Вот так вот он выглядит. Вот он наш капюшончик. Вот так вот, я надеюсь, вам хорошо видно. Еще потом сфотографирую. Вот так вот он выглядит сзади. Вот. Вот он. Я еще потом его сниму фотографии. Вот. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео вам понравилось. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.